Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Я? Что могу чувствовать? Я сейчас чувствую... Естественно, радость. Я чувствую, что завтра у нас должно быть лучше. Я чувствую, что ответственность, которая на меня ложится, еще раз повторяюсь, наверное, но то доверие, которое оказал народ Южной Осетии, его надо реализовать. Главное, чтобы люди, народ Республики Южной Осетии не почувствовал себя в какой, даже в маленькой степени обманутым. И мы с этим будем бороться, будем работать в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Никогда не забываю. Роман напиши, роман. Нет, почитайте. Давай. Спасибо.